Пресс-служба Социального фонда Республики Дагестан сообщает, что с начала текущего года правительство Дагестана внесло изменения в порядок выплат материнского капитала. Такие изменения привели к тому, что свыше 300 семей получают ежемесячные пособия. То есть теперь каждому ребенку до 3 лет, даже первенцу, предоставляется возможность получить ежемесячную выплату из мат-капитала. Напомним, что ранее семьи имели право на эту выплату только после появления второго ребенка. Размер выплаты равен одному прожиточному минимуму на каждого ребенка в Дагестане, что составляет около 14 тысяч рублей. Отметим, что если у семьи есть несколько детей, не достигших 3 лет, и доходы семьи не превышают двух прожиточных минимумов на человека, то родители могут выпросить выплату еще для одного ребенка. Заявление на выплату подается отдельно на каждого ребенка.